31 января – Международный день ювелира и день рождения русской водки. Напиток появился на свет благодаря Дмитрию Менделееву 152 года назад. Кстати, в России около 10 музеев, посвященных истории водки. Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович? Достигается упражнением. Также 31 января 1714 года была открыта Кунсткамера. Жуткая особенность музея – зал живых экспонатов. Это люди с нестандартной внешностью и разного вида уродствами. Один из самых известных – бабушка, которая всю жизнь прожила в теле младенца. Истории этот день также запомнился. 31 января 1864 года в России появился первый зоопарк. Он открылся в Москве. Сейчас зоопарк насчитывает 1132 вида животных. Среди них есть и редкие – лошадь Пржевальского и снежный барс. В этот день, в 1990 году, в Москве открылся первый «Макдональдс». В первый день работы ресторан на Пушкинской площади обслужил более 30 тысяч посетителей, установив мировой рекорд. Люди занимали очередь с вечера, а к утру она уже достигла нескольких километров. А еще в этот день родился американский певец Джастин Тимберлейк, обладатель 4 премий Эмми и 9 Грэмми. В Челябинской области 31 января 1932 года запущена первая доменная печь ММК. Она плавила чугун для нужд военной отрасли. За всю историю комбинат выплавил 500 000 тонн чугуна.